А индейцы — это наши русские. Они пришли из России туда. Может очень быстро перерасти в глобальную ядерную войну. Человечество еще не шло этим путем. Вербуют людей, собирают данные людей, которым потом на почту приходят всякие интересные инструкции. Я бы хотел сделать официальное обращение. Мне закрыт въезд. Пропагандисти продовжують зомбувати росіян своїм агресивним маразмом. Майстер у цьому, звичайно ж, кремлівський пропагандист Владимир Соловйов. Той вирішив поіменно таврувати європейських політиків і загрожувати Європі глобальною ядерною війною. Волін? Мерт! Французький давид, жал божество. Позор Франції. Ти доволен собою? Твоя українська армія, которые ты поддерживаешь как оружием, так и твоими бойцами, чего, правда, пытаешься отрицать, может собой гордиться? Чьи вы наследники? Нормандии, Неман и великого Деголя или Петена, позора Франции? Ты продолжатель какой традиции? Ты думаешь, что русский народ когда-нибудь тебя простит? Даже не надейся. Твое имя будет именем нарицательным. В сценарном планировании Запада нет и не может быть альтернативы тотальной войне с Россией. Они потеряли страх. Они не понимают, что нынешняя ситуация такова, что разрастание относительно небольшого, по их понятиям, конфликта в сотнях километрах от их границ может очень быстро перерасти в глобальную ядерную войну. Человечество еще не шло этим путем. Но то, что они потеряли страх, и для них война с Россией стала общим местом, де-факто превратилась в событие, которое они не просто опасаются, а которое они планируют. Это крайне тревожно. Министр обороны ФРГ Писториус призывает немецкое общество пробудиться и быть готовым к конфликту. Про Макрона я же вам все сказал. А ось ця жінка мобілізованого окупанта прийшла на мітинг з вимогою повернути її загарбника з війни. Але коли її спитали, а за кого вона буде голосувати, вона сказала, що за Путіна. Я хочу вам сразу сказать, что моя личная моя позиция, то, что я буду голосовать за Путина, потому что другого человека в президентах я не вижу. И я против раскола России на данном этапе. Я не хочу, чтобы была третья мировая, где нас все просто полоскают. Но я за то, чтобы мы, жены, матери, получили своих детей обратно. Я больше чем уверена, что многие вернутся обратно контрактниками. Но это будет их выбор, понимаете? Потому что у каждого человека должна быть свобода выбора. Если, как у нас говорят, контрактников уже больше полумиллиона, значит, это их выбор, понимаете? А не наш. Поэтому отпустите, пусть они отдохнут. Пусть они увидят, что творится, они вернутся туда, как... Не знаю, как военные, как контрактники, как еще что-то. Но на данный момент отпустите нас домой. Спасибо. Я не смогу отвечать на вопросы. Просто хочеться нагадати, що саме кремлівський диктатор Путін розв'язав війну. І тепер її, так би мовити, родич просто стане для неї спогадом. Ну, а в кращому випадку – мішком картоплі. І ось трішки альтернативної історії на ГЕБЛСТБ. Дехто Борис Надєждін каже, що англосакси пригнічували індіанців, а індіанці – це росіяни, і прийшли туди вони з Росії. Я вам більше скажу. Веками англосакси угнетали индейцев, а индейцы – это наши русские, они пришли из России туда. Спросите великого русского антрополога Дробышевского. Это индейцы – это мы русские. Индейцы – это русские. Они из России пришли, знаете, они жили в России. Дехто каже, що це був сарказм. Але чи зрозуміє його середньостатистичний глядач? Простого тебе смітника. А ось, до речі, диктатор Путін заявив, що російські ПВОшники не можуть в жодному разі збити власний літак. Каже, через систему свой-чужой. Це не могло бути ні при яких обстоятельствах дружественним огнем, як в таких случаях говорять. Тому що самоліт
был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и так далее, а именно системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техника. Мабуть, Пригожин десь зараз сміється з пекла. Тут ще жителі Піонерського, в якому знаходиться резиденція Путіна, поскаржилися йому перед приїздом до Калінінграда, що місто перебуває в депресивному стані, адже його позбавили курортного статусу. Місцевий порт не добудували, дороги не ремонтують, а десь їх зовсім немає і смердить каналізацією. Уважаемый президент Владимир Владимирович, мы, инициативная группа небольшого городка Пионерский Калининградской области, обращаемся к вам после безуспешных попыток найти понимание у руководства нашего города и региона. До недавнего времени наш город имел статус курорта. Здесь расположен федеральный детский ортопедический санаторий, порт, имеющий стратегическое значение в настоящее время, и резиденция президента. Статуса курорта город лишили. Порт недостроен и закрыт, санаторий приходит в упадок. Именно наш город, по сравнению с прибрежными городами Калининградской области, находится в депрессивном состоянии. По сути, в городе в настоящее время сложилась ситуация, при которой учитываются только бизнес-интересы застройщика. На городском пляже располагаются точки общепита, сточные воды, от деятельности которых сбрасываются в септики, закопанные тут же на пляже у моря. Местные дороги не ремонтируются, а в некоторых районах и вовсе отсутствуют. И уже не первый год город одолевает зловоние из-за неисправной канализации. І про велич російських боліт. У Ростові-на-Дону звалився під'їзд житлового будинку. Будівля 1963 року. Її визнали аварійною ще 4 роки тому. Стіни там валилися, вода била ключем. Але, як завжди це буває в Росії, всім було начхати. Всім зареєстрованому будинку виплатять по 10к тим, хто втратив своє майно, по 30к дерев'яних. Путінська стабільність буквально сипеться на очах. І жодних обстрілів не знадобилося. Воно ж саме впало. А це ось російський недоблогер Стас. Той під час обговорення у громадській палаті заявив, що необхідно заблокувати YouTube. Адже його вигнали з цієї платформи, та й в принципі час уже все блокувати, бо щось трішечки свободи ще залишається, а так бути не може. Представники блогерського сообщества, як боротися з деструктивним контентом, як не допускати недоброго влияння Запада. Василь Устав Арсанович. У мене удалили більше 7 каналів, Михалкова недавно удалили, удаляють абсолютно всіх. І по суті, не блокировка YouTube – це согласие з поджогом воєнкоматів і совсем остальним. Извините, що говорю жорстко, но це правда. Вони вербуються через запрещену в Росії ФБК, которая осталось единственным. Максим Кац, Варламов, все остальные – это люди, которые вербуют людей, собирают данные людей, которым потом на почту приходят всякие интересные инструкции. Пока вы не блокируете YouTube, ВКонтакте не будет заниматься. Пока вы не наказываете бренды. Никто на отечественные платформы не пойдет. Бить надо по карману. Российские бренды, как Aviasales и прочие, которые спонсируют исключительно иностранных агентов. У нас в России есть бренды, которые дают многомиллионное финансирование Юрию Дудю, Ксении Собчак и всем остальным. Давайте нападать. Мы должны создать свой VPN, который будет собирать все данные о пользователях, а иностранных VPN будут замедляться и блокироваться. Это вы, скажите. Государство. Нет. Есть браузер Tor. Вот вам пример из ЦРУ. Они сделали, они собирают все данные о пользователях, они знают все. У нас тоже есть спецслужбы, которые знают все, наверное. Надо им больше денег дать. І про іноагента російського репера Моргенштерна. Тому заборонили в'їзд до Об'єднаних Арабських Еміратів після анонімного доносу. Репер називає Емірати вторим домом і заявляє, що в країні працює кілька його бізнесів. А одна з компаній навіть обслуговує державні заходи. Я би хотів зробити офіційне обращення к властям Арабських Еміратів. Уважаємі правителі Об'єднаних Арабських Еміратів, я дуже полюбив вашу країну і дійсно почав вважати її своїм вторим домом. Был уверен, что Дубай станет моей базой, где я буду развиваться, строить свою жизнь. Я уже открыл несколько бизнесов в Арабских Эмиратах. В том числе моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране. Я инвестирую в недвижимость, автомобиль, плачу налоги, потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видал нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные
к властям люди. Единственное, чего я хочу понять сейчас, это официальная причина моего запрета на въезд в страну. Вокруг этой новости ходило очень много клеветы, как, например, то, что я обхожу законы Арабских Эмиратов и хвастаюсь этим. Никогда в своей жизни я не нарушал законы Арабских Эмиратов, и тем более публично. Я всегда с большим уважением и трепетом относился к вашей культуре и вашим законам. Потому что, повторюсь, я считал Дубай своим вторым домом. И считаю до сих пор. Никогда за время нахождения в Дубае я не делал со сцены никаких политических высказываний. И не делал их вообще. Поэтому для меня остается до сих пор большой загадкой, почему мне закрыт въезд. Я очень надеюсь на скорейший диалог и уверен, что мы решим с вами эту непонятную, странную ситуацию. Большое спасибо. Ну, при цьому Моргенштерн не мав резидентства, він перебував у Дубаї за туристичною візою, а заборонили ж в'їзд у цю країну йому після інтерв'ю з Ксенією Собчак. Як то кажуть, чемодан, вокзал, Росія. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.